Всем привет. И, собственно, ради чего была вся эта лутка, ради чего все эти печати собирались. Небольшой перевесик, сейчас мы почистим. Удалю немного хилочек, потому что шмотки скинул с чара. И погнали, собственно, закупаться порошками на эликсир. По 20 порошков можно покупать один раз в день. Поэтому погнали, 28 штучек есть. Может быть, элик зайдет, может не зайдет. Сразу по 2, что очень удобно в начале, по крайней мере. И, конечно же, 5% легендарный не заходит. Еще 2 трая. А опять не заходит. Ух. Прикольно, печати сливаются, кстати. Рекомендую. О, нормально. Зашло. Один элик скрафтил, уже хорошо. Прям максимально хорошо. Ну а дальше просто классическая лутка на очередные 700 коробочек, чтобы полутать печати. Посмотрим, что выпадет. Приятного просмотра.